Всем привет, мои дорогие мальчики и девочки. Смотрите, как я вырядилась сегодня, волосы вытянула сама. Девочки, сейчас покажу. Вот такая расческа у меня волшебная. Смотрите, ой, волосатая, правда. Не почистила, но ничего. Я просто к тому, что, девчонки, вы меня спрашивали, как я это все сама делаю. А вот, подключаете, значит, туда. Вот здесь такой переключатель. Можно быстрее, можно... Вот, то есть вот так. И все. И вот она вот так работает. Видите? Ну, вы поняли. Ссылочка у меня есть в описании. Девчонки, как зайти в описание? Вот где у меня написано название видео, вы увидите стрелочку, кликните на нее, и у вас откроется описание. Там много чего. Также там у меня ноготочки. Вот, кстати, сегодня, смотрите, красненькие матовые. Сегодня я иду заказывать свой американский travel паспорт. Что это означает? Значит, я напомню, на церемонии я получила вот такой конверт. Да? Все получили, не только я. За него расписываешься. И в этом конверте вся информация для новоиспеченного гражданина Америки. Значит, самое главное, что здесь, это сертификат. Он выглядит, чем-то мне напоминает документ на квартиру. Вот, в сертификате все написано. Откуда вы, сколько вам лет, в общем. И это непосредственное доказательство, что вы теперь являетесь гражданином Америки. Также здесь представлена вся необходимая информация. Вот на этом листочке. Давайте так, вкратце. Значит, после того, когда меня объявили гражданином Америки, что я должна сделать? Во-первых, я должна подать документы на американский travel паспорт. Этот паспорт, как и у нас, загранпаспорт. То есть, если вы едете куда-либо в другую страну, вы предъявляете вот этот паспорт. Это, кстати, паспорт Дэвида. Ему нужно его менять, потому что детишкам дают на 5 лет. Вот, я еще раз покажу, я уже показывала, вот так вот он выглядит. Вот такие странички в этом паспорте. Вот, значит, как и у нас, клеится виза, вот ничем не отличается. То есть, первая страничка залуминирована, здесь все данные о человеке, все то же самое, вот как у нас. И дальше пошли вот уже там с визами, с штампами, где был, куда прибыл, откуда выбыл. Все абсолютно, как и в нашем, ну, в частности, в моем российском паспорте. У меня, кстати, это самое, по-моему... обложка греческого паспорта. Но у меня просто другой не было, я ее поэтому и нацепила. Вот, вот наш паспорт, да. В принципе, вообще они ничем. Вот, первую открываем американскую, и вот наш, да. То есть, а уже на второй страничке все данные о человеке. Также в Америке можно подать на карточку. Ну, я думаю, что эта карточка, если вы там далеко не уезжаете, а хотите там в Канаду, там еще куда-то, просто, вот, знаете, как driver license. И она стоит денег. На самом деле, я на нее не буду подавать. Паспорт для взрослых дается, как и у нас, на 10 лет. Дальше. Что у нас по списку? Нужно зарегистрироваться, чтобы голосовать. То есть теперь я могу голосовать. И теперь для девочек, которые меня постоянно там тыкают носом, ну они сейчас поймут, я точно так же имею полное право высказывать свое недовольство в адрес нынешнего президента. Если у меня есть какие-то жалобы, как у гражданина этой страны, то я могу об этом сказать. Это указано в Конституции Америки. Поэтому не надо мне кричать и писать, заклей свой рот, замажь, зашей и все такое прочее. Я, как и вы, могу высказывать свою точку зрения. Это вот я что хотела добавить. Ну ладно. Дальше. Это вот по поводу того, что я теперь могу пойти и проголосовать за того президента, который мне, лично мне, больше симпатичен. Нужно обновить свой Social Security Number. Я думаю, что менять они его не будут, просто в системе они внесут, что вы уже не на ПМЖ, а вы являетесь гражданином этой страны.
Ну и здесь какая-то презентация. Вот этого я не знаю. Девочки, кто это проходил, напишите мне. Ну и опять же, вот это что означает? Здесь можно узнать информацию, как и каким образом привести сюда, в Америку, своих родственников. Дальше, если я потеряю свой сертификат о гражданстве, здесь, опять же, вот заходите по ссылочке, и можно узнать, как его обновить. Так, ну и последний. Мы с Джоном смеялись. Как вам перетащить в Америку вашего жениха или невесту? Ну и Джон сказал, да, теперь ты можешь со мной разводиться и выходить замуж за того, кого хочешь. Я говорю, ну да, вот как раз могу выйти замуж за любого гражданина из другой страны и сделать его американцем. Ну, как бы вот эта вся информация здесь. Тут еще есть дополнительные вот такие брошюрки всякие, поздравления. Вот, все это я уже прочитала, посмотрела. Ну, а теперь небольшое заявление для тех, кто меня опять же тычет носом и кричит мне, а как же твоя рашка, а как же ты изменила рашки, теперь ты гражданин этой страны, а что же с этим? Так вот, мои золотые, мои дорогие, и в Конституции Америки, и в Конституции России записано, что я имею право иметь двойное гражданство. То есть два паспорта. Ни Америка не заставляет отказываться от российского гражданства, ни Россия не заставляет отказываться от какого-либо другого гражданства. Я как была, так и осталась. Но, получив вот это гражданство, я имею полное право находиться в этой стране, в Америке, вместе с моим мужем, вместе с моим ребенком. Я могу путешествовать свободно, без каких-либо виз и ограничений. То есть это дает мне полную свободу, ну, скажем так, в путешествиях. Ну и опять же, Америка – страна, ну как, бизнесмен. То есть она получила меня, а я получила свободное передвижение. Ну и второй момент. Для девочек, которые, ну, получили гражданство в любой другой стране, да, неважно, в Америке, в Германии, во Франции, там, насколько я знаю, когда вы прилетаете в Россию, вам нужно обязательно зарегистрироваться, ну, по месту жительства, что у вас в настоящий момент второе гражданство. По-моему, за это берется штраф. Может быть, нет, там в зависимости от каких-то сроков что-то зависит, точно не знаю. Но это сделать нужно обязательно, потому что если этого не делать вообще и скрывать, что у вас второе гражданство, то это уже вытекает в уголовную ответственность. То есть это вот такой момент для тех, кто не знает. Ну, а так, что хочу сказать. Я этого добилась, я победила Америку. Я это заслужила, и мне очень приятно, что я теперь буду иметь два самых крутых паспорта. Чтобы заказать паспорт, travel book, надо это все делать на почте. Приехали на почту, блин, дождь сегодня, ребят. Моя прическа сейчас вся расползется, как назло. Отлично, никого нет. Nobody's there, very good. Смотрите, как почта выглядит. Я в таком виде, потому что дождь идет. Я за свою прическу переживаю. Короче, облом. С паспортом облом, прикиньте. Ой, знаете, что сказали? Надо, оказывается, appointment, то есть запись. Надо заполнить все бумажки, которые вот он мне дал. Я думаю, просто приходишь, отправляешься, это и все. Сосисочка для Джончика. Говорит, голодный. Я говорю, ну ешь свою сосисочку. Уж такой льет. Капец просто. Ой, ну чё? Девочки, красавицы, мальчики хорошие. Идем в магазин Коска.